Так. Здравствуй. Что-то на норме поиграем? Серьезно, что ли? На норму поставить сейчас? Бля, ну ты извращен. Что нравится смотреть, как меня там это будут? Все, все. Пропустите, я уже понял, что меня привезли, как всегда. И сама ушла, главное. Хитрая. Так. Миссис. Так. Давайте все-таки попробуем затащить это дело. Дело пахнет тухлым. Так, идем снова сюда. Быстренько получаем задание. Берем кувшин. Ставим кувшин. Вертим, крутим, вертим. Поле чудес, сектор приз на барабане. Что у нас там? Картина! Как там Якубович говорил, будете забирать картину? Или продолжим играть в игру? Конечно, мы продолжим. Иначе стало бы я, блядь, заебаться столько. Взрывы на высоте. Это миссия так называется, да? А чему приоритет сейчас отдадим? Тому, чтобы пукан взорвать или все-таки миссию пройти? А? Пукан взорвем ей? Ой. Она так посмотрела, на меня посмотрела и пошла. Слушай, мне кажется ли она на этом уровне сложности не такая-то уж и опасная, как кажется. Тогда я вот заметил, реально, ребята, она не такая-то опасная, как кажется. Это женщина. What? Так, ну, предохранитель у нас где-то должен быть здесь. Так, так, раз, два, три, и ты получишь три. Так. Ёбаный рот, блядь, я испугался, нахуй! Господи боже мой, Леонид, ты с пиздой. Иванович. Аж поплохело. Лёль? Ну ты поняла. Господи, а? Так она, блядь, знаешь как? Я иду, блядь, её нету. Тут как из угла, как вылетит на меня с молотком. Черкаши, блядь, объелась, блядь, и довольна. Давайте сразу же сюда пойдем. Ой! Слушайте, ну если честно, вообще на самом деле здесь это намного опаснее. Она и бегать тут умеет, не трогай ключ. Блять, не трогай ключ, сейчас она видела, что мы сюда пришли, все, нам пизда. Да нет меня, отъебись. Отъебись. Silence, please. Стерва. Вот знаете, это женщина Мегера, блядь. Это женщина Мегера. На Мегера. Настоящая Мегера.
Это таких, да, вот слышали, да, говорят, Мигера. Вот это она Мигера настоящая, так скажем. Хорошая, а об этой монашке, вот, да, которая здесь шляется, я вообще ничего не могу сказать. Потому что нихуя это не по-человечески. Мы сейчас вот несем, будем изгонять с нее бесов. Тен-тен-тен-тен-тен. Бабушка. Внучок, иду, иду. Сейчас пизды внучку, блядь, даст. Так. Блядь. Ой, курица такая ебаная. Чуть меня не спалило. Но на самом деле нормальный уровень сложности, у нас появляется новый смысл, новый, ну, так сказать, тип мотивации, да, мы становимся более аккуратными. То есть на легком-то, да, мы понимаем, что она нам пизды не даст в любом случае, здесь-то уже появляется интерес больше. Поэтому, конечно... Блядь, такая сволочь, хитрая! Ёбаная жопа, блядь! Отстань от меня! Отстань! Господи, боже мой, Лёль! Знаешь, что со своим нормальным? Пиздец, блядь, ебать я обосрался нахуй знатно сейчас. По милости владыки, что это за странный шум? Я не знаю. Вы не знаете, я вот тоже не знаю. Рано или поздно я найду тебя. Нет. Я не хочу, чтобы ты меня искал. Я хочу просто пройти эту игру. Этот бесконечный выебучий рогалик. И все. Я буду счастлив. Мне больше ничего не надо. Мне нужно просто пройти эту миссию. А ты мне мешаешь. Я утоплю тебя в фонтане, блядь, сука. Свят, мужик, зараза. Блядь, она идет. Знаешь, какая она хитрая, когда нормальный уровень, ты не пиздец. Она научила, она еще, знаешь, теперь что умеет? Это не... Ладно бы, бля, пиздец, ты охуеешь, она что умеет делать? Она просто фарш разъебывает, нахуй, я тебе скажу. Тихо-тихо-тихо, сидим. Она умеет теперь стоять долго на том месте, где я был. И когда я туда возвращаюсь, она меня подлавливает там пару. Это пиздец, блядь. Вон, видишь, она сюда приперлась, блядь, я... Пиздец, блядь, иди отсюда. Ебать, она хитрый, да! Я почему охуел-то? Еще она наши шаги слышит очень четко теперь. Так что здесь теперь, блядь, так не... Ну, уже так не позоруешь. Знаешь что? Раньше, если мы пробегали мимо нее, она могла нас не слышать наши шаги, а теперь она их слышит. То есть теперь она очень хитро выебанная, та старушка. Хитро выебанная. Тот случай, когда ты понимаешь, что эта старушка, она ебет по-знатному. Вот даже сейчас. Вот сейчас она по-любому тварь услышит и сюда попрется. Так, давайте немножечко это мы спотыкаемся о книги периодически, я понял. Вот опять в этом месте лагает, что за хуйня? Это что за локация такая? Залупы, блядь, сделанная, блядь, не могу, блядь, жопа аж горит. Тупая лока. То есть она теперь может неожиданно появляться вот здесь где-нибудь. Блядь, это реально хуёво. Это печально. Давайте вот сюда пока положим, быстренько сходим за шкафчиком.
Блять, я надеюсь, она здесь не выйдет, потому что я уже не знаю, блять, я сейчас, я еще, блять, я еле живу. Я еле живу, потому что это страшно, страшно, очень страшно. Мне нравится, как она тогда сказала, не смей дистрактить мою школу. Типа, не смей что-то деструктивить мою школу. Ну, деструктивно, в общем. В любом случае, мы деструктивная школа. А куколка страшненькая. Так, все. Положили куколку. И осталось шестереночки. Ну, слава богу, что мы ее уже принесли. Она уже лежит. Таня, шестереночки. Сейчас это говно будет... О, здравствуй! Тебе не совладать с... Кто, металлистка? Я не знал, что я металлистка дальше. Господи, какая она опасная, ты посмотри! О, блядь, я застрял! Боже, дай мне сил вразумить это недоразумение. Так о чем проблема? Просто себя отъебись от меня и все. И я разобьюсь как-нибудь сам. Просто ты давай так, ты мне не нужен. Блядь! Сучка! Я успел бомбу куда это. Чек распечатался. Оплат завершен день третий. В смысле день третий? А я что, уже сдыхал? Подожди, я же не сдыхал. Здесь, по-моему, на норме тяжелее становится. Да, я понял. Блять, ребята, это хуево, слушайте. Или я сдыхал, что-то. Нет, один раз я сдох точно. А, ну да, все правильно, день два, день три, все. Это я ебанулся. Ой! Господи. Она вышла и пошла меня искать. Подожди, она ее же здесь не было. Папка, телепортаторша сраная. Ну что, пойдемте. Что, миссию можешь пройти тогда? Или взорвем ее? Ну ладно. Надо же миссию пройти, правильно? Взрывная куколка. Тут страшненькая куколка. Куколка. Лёль, ты у меня такая куколка. Прям в огонь. Куколка. Так. Ой, ты чё? Кое-что. Так. Активировать куколку. Нет. Ебать, какой. Ебать. Так. Ща она по-любому сюда припёздится. Я тебе прям вангую. Сейчас придёт. Смотри. Сейчас. Давай погромче сделаем, чтобы услышать ее. Шажочки. Странно, что-то не идет. А, вон. Сейчас за мной пойдет наверх. А мы ее наебашим. Когда она выйдет, она поднимается, да? Идет сюда. Такая вся опасная такая, да, дамочка. А мы такие... Хуяк! И впрыг. Незаряженная кукла. Подожди, незаряженная? То есть мы можем взять, положить в нее динамит? Ну давай сначала, блин. Сейчас все-таки сначала описал. Понимаешь? То есть мы можем, блять, мы еще можем, все еще. Блять, только проблема есть, она за мной так и идет. Кстати, она отъебется от меня или нет? Еще медом, что ли, намазано? Медом. А, здесь видите кровавое пятно, то есть видно, что она нас сюда тащила. Давайте пока закроемся в бункер. Так как амнезия за бункер.
Ой, свет мигает. Ну и потом, наверное, опять сбежать надо будет или... Смотри, что происходит, смотри, что такое. Арабская ночь, блять, не иначе. Магический кубок спрятан за пределами школы. Мне его искать надо теперь, что? Пиздец. За пределами школы. То есть где-то на... Съебись, блять. Аутс-то огромные. Не ж мне его найти-то. Ладно, мы пока давайте, знаете, что сами сделаем? У меня есть идея. Я вот, так сказать, Жёночка, ты же меня просишь? Раз так сказать. Главное, блин, не сдохнуть раньше времени. Мы с тебя друг за другом бегаем, я прям слышу, я шаги где-то здесь. Хитрая сучка, а? Ой! Ты... Она прям... То есть я реально правильно понял, что мы можем, ну, сейчас взять эту куколку и зарядить ее еще раз динамитом и строить такой мощный подрыв жопы. Слушай, я прям весь аж прям в этом плане-то, конечно, прям вступился. Эта зараза должна получить свое. Правильно, Кирша? Правильно? Она же получит. Получит. Так, берем динамит. Кого? Да ее хую знаю, то, наверное, да. Просто тогда я что-то ее не видел. Ее не было вроде как, а сейчас вот она появилась. Мне вот этот амбиент нравится, очень красивый. Как тебе? Вполне, по-моему, ничего тогда. Прям как Last of Us какой-то. Как будто сейчас что-то прям произойдет такое. А это вот из того музла, блядь, сэмпл. Ну ты же знаешь из такого, кажется. Того нет? Да вроде, блин, надо смотреть. Я же сейчас не буду вырубать, правильно? На таком-то моменте. Я потом посмотрю, хорошо? М? Вот, смотрите. Не заметил, и все. Что нам еще надо? Ебать, какого там разворотила. Рука владыки направляет мой гнев, сказала данная женщина. А давайте, знаете что, пока рука владыки направляет ее гнев... Ой. Блядь, нет, надо все-таки еще что-то. Стрелка часов нужна. Ну ладно, ладно. Мне вот этот вот звук... Ей странно, что она его не слышит, кстати, ей как будто похую на него. Блин, жалко. Ну ладно, можно потом будет отвернуться. Может быть. Я тебе более скажу. Кукла пропала. Они куклу забрали, а динамит остался. Вроде, сейчас подожди. Да, здесь куклы нет. То есть они спиздили мою куколку? Подожди, это вон она. Блять, она в текстуру где-то застряла. Я могу перезарядить куклу, но для этого нам нужно больше динамита. Ну вот. Давай еще раз. Да.
Да, все появилось. Опять написано, ничего не здесь готово. A vagrant child like you need to taste of my stern hand and a lesson in obedience. Я могу перезарядить куклу? Для этого типа надо все больше динамита. Summer camp is so much fun, right? Начините куклу динамитом. Может там что-то делать? Просто динамитом начините. Нашпиговать ей, так сказать. Свинцом ее. Эту куколку. Может быть, больше динамита нужно в прямом смысле слова, да, вот. Слушайте, я надеюсь, она сюда не залезет. Какая ситуация, патовый верх. Иди сюда. Господи, настолько патовая ситуация, что я еще такой патовой ситуации никогда в жизни не испытывал. Помнишь, есть такой проход, где я динамит беру? Такая маленькая комната закрытая, проползаешь снизу, это. Я там бросил куклу и решил взять динамит, а эта дура услышала и, кажется, да. Смотри сюда. Stop hiding. Правильно. Все правильно. Понимаешь, что это чисто случайно она могла сюда прийти? Ты же понимаешь, что она могла нам нашпиговать реально сейчас? Блин, нужно больше динамита. Может быть, два динамита? Ой, блядь! Здравствуй. Подожди, только она же за мной идет. Она идет, пизды миновать. Правильно. Она идет. Никто не спорит, что она не идет. Все правильно я говорю, она идет. Вот она, что она до сих пор идет, кстати. Я просто очень хочу ее попку подорвать, ребята. Прям так не тянет, наверное. Так сказать, пуканчики подорвать. Чтобы она знала, как обижать. Не, ну а что она, зачем она нам детей в прачечной закрыла? Не, мне кажется, мы и есть ее, этот, ее дитя. Я прям вангую, лёль. Мы и есть ее дитя. Вот еще динамит положил. Я не знаю, сколько динамит, конечно, надо наложить, чтобы все делать. Знаете, что бесит? А ты где? Подожди, а ты где? А, вот ты где, видишь? Все, я понял, ты здесь, а я там. Не, ну конечно, пролезла она туда реально просто вот. Женщина-бомба. Что это в прямом смысле слова? Женщина-бог. Да, Заюшка? Ничего, мы сейчас справимся с ней. Бля, хорошо, что она наше место здесь тогда не распознала. Я могу перезарядить куклу. Для этого понадобится больше динамита. Mark my words. Ты уверена, что ты сможешь это сделать? Не, если ты, конечно, уверена в этом, я... Я за тебя очень... Ой. Господи, ты что, какая агрессивная тетка? Тебя что? My ankles are getting tired because of you. You'll pay. Ее давно. Все, этого хватит. Как говорится. Дальше реплики 18+. Все. Декис. Мне интересно, а сейчас что? Слушайте, если день сурка уже, честно говоря, поднастаивает, как, почему нельзя сразу же двери открыть вот это вот? Ведь там, получается, все части масок надо собрать. Ёб твою мать! Ой, клушек старая! Нет, опять ничего не получается. Подзарядите, блядь. Ну ладно, тогда пойдемте искать, правильно?
спросишь, а то, блин, так можно долго очень. Давай попробуем в следующей миссии подорвать. Ну как-то же можно перезарядить по-любому, да? Вот как ты считаешь, можно подзарядить или нет? Мне кажется, просто нужно как-то ее типа динамит совместить с куколкой. Это еще знать бы, как это сделать. Ладно, пойдемте с вами на улицу. Искупление близко, сказала старуха. Какая? Старуха. Ну что, пойдемте сюда тогда сходим. Нам что нужно сделать? Стакан найти? Ебать, а знать бы уж где искать ты его. Стакан найти. За пределами школы. Подожди, за пределами школы. Может быть, имеется в виду, надо вообще отсюда уехать? Просто звучит типа за пределами школы. Реально звучит странно, блин. Стакан находится за пределами школы. Что такое за пределами школы, я нахуй не понимаю. Вот приехала монашечка. Она белишко выносит. Смотрите, а здесь что-то еще, кстати, за здание есть такое интересное. А, вот он, нашел! И что с ним делать надо? А сделать стакан что надо? Отнести его назад? Знаешь, как его найти по светлячкам надо было? У них там такие голоса жалостливые, они там плачут. Стерва, блядь, а. Прикинь, что делают? Сейчас бы баскова послушать. Когда слушаешь грустную музыку, что-то приуныл. Лёль, Жизка? Естественно, блин. Впору реально, блядь, Atomic Heart ставить. Забыл, что он так делал. Помните это? Я реально не помню. Что там там первое? Так. А прикиньте, мы сейчас спускаемся в бункер. И там она нахуй. А мы еще и дверь заблокировали. Вообще не смешно будет на самом деле. Понимаете, что нам пизда будет тогда сразу же моментально. Во, смотрите, подставим. Слушай, подожди, я не понял, нам теперь что, без сохранения все части маски найти надо? Ёб твою мать. Теперь нам нужна красная дверь. Ну я знаю, где она. Вот, Лёль. Это ж перебор уже. Ты прикинь, раз, два. Ебать. И то и сохранения нету, я ж... Это ж как на Дэнди прям, что ли? Ты поняла, в чем прикол? Мы можем сейчас убегать, но нам нужно до конца допройти сюжет теперь. А если выйдем, то все. Лёль, ну это же нечестно, блядь. Ты ж понимаешь, что это абсурдоёбство, блядь? А? Ну да. Главное, чтобы меня она не убила на каком-то там шестом ключе. Потому что мне тогда настолько... Пердло.
That pink key is very valuable to me. Ну, вот уже, блядь, её. Соды выпей. Ой, блядь! Это сука! Карга старая, блядь. This hurts me more than you. More than you, блядь. В отличие от меня, тебя по башке нахуй кувалда не бьют, мор, блядь. Ты хотя бы живая хочешь, блядь. С башкой пробитой. Ты слышал, он сказал, что типа, меня это ранит намного сильнее, чем тебя. Напоминает сборище анонимных алкоголиков, которые, так сказать, жалуются, блядь, за жизнь. И говорят, что а знаешь что? А вот. Ладно. Блять, она там. Блин, она там бледионит, понял, Лёнь. Лёнь. Она там бледионит, ходит. Светодиодами своими. Кошелка, не знаю. Вообще, знаете, что зря мы здесь пошли? У нас-то же ведь есть возможность, вы же помните, да, бегать другими путями вообще. Блять, никуда хочу. Ты слышала? Раскудахталась она там. Слышала? Кудахталку, блядь, сейчас я ей пообломаю все. А где она? Чё-то мне страшно, что сейчас она на меня тут из подворотни как выскочит, нахуй. А у меня сердце слабое. У меня сердечко слабое. Но она где-то здесь ходит. Прошмандовка. Я прям ощущаю ее. Амбре. О, господи, вот она. What are you doing? Come with me. Вот же она. Я вот вспомни говно, вот и оно. Это я прям как знал. Вот она, появилась. Вот они, цитаты жизненные. Вот она. Вылезла. Все, отпираем дверь розовую и закрываем ее нахуй. Чтобы она не знала, где мы. Вау! Так, курица. На скотном дворе есть курица, которая может вам помочь. Курица мне может помочь? Так, она меня выдает, нахуй. Но вам могут помешать пчелы. Так, энергомашина. Нужна помощь в активации энергомашины розовой комнаты. Кто бы мог постоянно клевать кнопку. И потом будет стрелковый мини-игра. Целитесь и стреляйте. Господи боже мой. А, курица, помнишь, как было? Да? Смотри, что я нашел. У них тут есть подвал, смотри, такое место интересное. Не, ну вот атмосфера в игре, в принципе, плоскость. Конечно, на мобиле-то это, конечно, все плоски, но такое плоское. О, корм для куриц. Смотри-ка. А-а-а! Нам нужно... Слушай, я же надеюсь, она сейчас сюда не придет. Вот прям вот сейчас. Я так понял, нам нужно с помощью корма вести курицу сюда. Ебать, да вы что, ебанули, что ли? Конечно, никак сделать не буду. Вот это особенно мне нравится. Дверь заперта с другой стороны. То есть, понимаете, здесь внизу еще есть подвал, типа этаж подвальный. А-а-а, я понял, где это, бля, ебать. Смотри, какая интересная атмосфера. Слушай, ну интересно, здесь получается, так сказать, все продолжается. То есть здесь интересно играть-то, здесь постоянно новые локации открываются. Все равно, в принципе, заскучать-то и не даст нам, на самом деле. Очень хорошо, кстати. Скучать здесь нам не придется. Это очень хорошо. Don't think I haven't heard. Ёб твою мать! Слушайте, в туалете прячемся. Слушай, надеюсь, она в туалет-то не придет ко мне. Слушай, я понять не могу. Нужна помощь. Вот где она сейчас? Ну-ка, дай-ка. Справа. Так, она открыла дверь.
Она здесь. Она ходит. Ты слышишь звуки? Так, она сейчас здесь. Здесь. Встала. Стоит. Так, здесь. Так, она вот здесь. Она вот тут. Ушла. Здесь позиционирование звука очень хорошее, поэтому можно расслышать. Особенно вот эту вот хуйню. Как будто кнутом по жопе бьешь. Это что такое за место? Мне понравилось себе. Тихо, тихо, она здесь ходит, тихо. Я уже вздрагиваю, блядь, от этого звука. Я не понял, а здесь-то что? Да. Вот смотрите, 150 рублей написано. А, здесь можно запереться. Ну прикиньте, здесь можно запереться. И она, по идее, не должна даже эту комнату трогать вообще. Как вернуться назад? Просто мне интересно, назад с прямого вернуться? По идее, да. Ой, блядь! Ой, блядь! Вот это я попал на вечеринку, нахуй. Вот это я попал на вечеринку, нахуй. Вот это вечеринка, блядь. Вот это вечеринка, нахуй. Зай. Я нашел эту розовую комнату. Как ее открыть? Теперь нужно, короче, курицу привезти. Но остерегайтесь пчел, поняла? Здесь пчелы будут. Ой, пчелы, пчелы. Ой, блядь. А как? Подожди. Стой, подожди. Какой там такой звук классный, Рома. А как? Подожди, пчелы, остерегайтесь. Улица, которая может остерегать пчелку пути, нужно... Блядь, да как ты заебала уже меня, старуха ебаная. Господи, ты у тебя покой вообще есть или нет? Почему тебя пчелы не кусают, дура? Почему тебя не кусают пчелы, а меня не кусают? А пошла она нахуй. Господи, какая-то вакханалия, блядь, творится, ребята.
Пиздец. Реально в канале какая-то. А как от пчел-то отбиваться? Не знаю, тут такой был этот. Я, короче, на Тару наткнулся прям на пузо монашки той толстой. Она начала орать: «Систер Мэдалин! Систер Мэдалин!» Бля, тут такой пиздец творится. Ну чё, я не знаю, я пойду ещё раз палку закину. Палку закину. Попробую. Может, получится, не знаю. Кто? Толсто нет, а вот систер Мадалин. Она пиздит меня. Пиздит меня. А, она бельё стирает. Она такая добрая женщина. Ты настолько добрый, что пиздит постоянно про нас. Как пчел-то, блядь, остерегаться? Курица вот здесь. А как пчел-то, блядь, остерегаться? Это была крыса? Нет, это я идиот был. Это я был идиот. Последний день, все. Бля, пиздец, то есть если что, получается все заново, бля. Ёбаный ракарин. А как оберега? Знаешь, я сейчас, я короче, это я... Мне нужно пойти подглянуть. Я серьезно, я...